Нафтогазы Украины аннулировали все лицензии на добычу газа и нефти. По решению суда Госслужба геологии и недр расторгла три соглашения с монополистом на разработку пластов в Полтавской области. Претензии компании основывались на обращении Полтавского облсовета и нардепа Сергея Каплина. Напомню, еще в марте этого года Госгеонедр временно запретила НАКУ добывать топливо. Нафтогазу дали месяц на устранение нарушений в местах разработок, но ничего не изменилось. И как следствие, разрешение полностью отменили.